сабвуфер будем устанавливать. Ну, пока вот, короче, один. Вот она, Иволга. Евка, про которую я говорил. То есть, пока один установим. Хорошо, что мы сделали там стенку, потому что если бы стенки не было, сейчас бы один бы он не играл. Короче, он отсюда выходил бы и ничего нифига не было. Сейчас один пока поставим, потому что не привезли второй. Ждем. Через два дня, там, через три. Следующее видео сделаем. Как уже два будет качать. Вот сейчас его установим. Короче, вот машина Румстер, хорошая машина. Потом, кстати, видеообзор сделаю по этой машине. Очень, кстати, хорошая машина. Семейная, просторная, багажник большой, потолок высокий. Но это потом. Ну все, будем устанавливать еще. Сейчас отыграем. Ну вот, в принципе, один самбуфер прикрутили. Потом когда-нибудь будет второй там. Ну, не когда-нибудь, там, через несколько дней. Ну, сейчас проводку сразу на второй кину, заизолирую, чтобы потом просто второй вкрутить, и все нормально, в принципе, будет. Вот уже на первый кинул он туда, на клемму. Там, я не знаю, видно, не видно, что-то камера в последнее время что-то подводит. Как-то так, короче. Сейчас вот сюда вот, вот на эти нижние клеммы, на второй сразу так сделаю и заизолирую. Как-то так, короче. Сейчас отыграем. Доделаю, отыграем в машину, посмотрим, как играет. Должно хорошо играть. Ну вот, в принципе, вот так, короче, корпус привернули. То есть кондер, усилок на саб будет, и вот это вот на колонке будет. То есть там на передний, на задний еще там поставим шестиканальный. Будем работать дальше. Дальше покажем, как что. Ну что, короче, автокласс едет покупать усилители и эту вторую головку самбуферную и его пятнашку. Подсоединили, вот усилок такой взяли, Иволгар, довольно-таки так хороший, нормальный усилитель, он стал нам почти 10 тысяч рублей, то есть хороший усилитель. Сейчас вот доделаем все, подсоединим, отыграем, как вот просили вот люди инсталляцию показать, то все, вот стараемся, делаем, сейчас покажем, как что играть будет. Ну вот все, в принципе, как просили меня вот подписчики, там вот люди, кто смотрит мое видео. Поставили динамики, установили, все подключили, сейчас отыгрываем их. Давай, Вовчик, прибавь, сейчас покажем людям. Смотри, теперь крышку закрываем. Надо двери будет закрыть. Ну так, в принципе, мы это, машину дуем. Так получилось. Отлично, я бы сказал, вообще супер. Ну все, до свидания всем.